С момента теракта в Беслане прошло 12 лет. В 2004 году торжественная линейка стала трагической точкой в жизни 334 людей. 186 из них – дети. Сегодня в память о них в сочинской школе номер 24 прошли уроки памяти. Учащимся рассказали о трагедии в Беслане. После они отправились в школьный двор и в память о погибших в Беслане детях выпустили в небо ровно 186 белых шаров. Сентября, в день солидарности в борьбе с терроризмом, во всех общеобразовательных организациях страны будут проведены уроки в память о жертвах Беслана.